Виртуальная реальность, управление дронами, IT и биотехнологии. Краснодарский кванториум похож на секретную лабораторию. Несмотря на то, что ученые здесь дети, занимаются они серьезными исследованиями. Сейчас мы работаем над проектом влияния музыки на психологическое состояние человека. Кванториум дает очень большие перспективы на будущее, так как здесь мы занимаемся проектной деятельностью. В будущем мы тоже будем ей заниматься. Я хочу работать в медицинской сфере. Когда я узнала, что скоро открытие кванториума, я сразу понял, мне нужно туда. Потому что это специализированный сервис, где есть все новейшие технологии. Первый в крае детский технопарк оценила и вице-губернатор Анна Минькова. Она пообщалась с юными исследователями и отметила, что России сейчас нужны профессора и ученые, чтобы сохранить лидирующие позиции в мире. Для того, чтобы мы как раз были у руля научно-технического прогресса, лучшие преподаватели, которые сегодня будут работать в этом технопарке, они должны в ваши умы заложить самые-самые современные знания, которым сегодня владеют лучшие специалисты в мире. Ваша задача эти знания взять. Договорились? Да. То есть не просто, так сказать, приходить и развлекаться, а действительно получить знания, которые однозначно вам в жизни пригодятся. Все разработки в технопарке имеют практическую направленность. Дети изучают 3D-моделирование, особенности роботизированного производства, цифровую экономику. Тем самым повышается интерес к инженерным и научным специальностям. В кванториуме представлены такие кванты, как биокванта, energy квант, робоквант. То есть это те самые современные направления, которые востребованы. Благодарны Ростелекому с учетом того, что они видят перспективу и заходят к нам в совместную деятельность в IT-квант. В первый день работы технопарк подписал соглашение с крупнейшей телекоммуникационной компанией. Для юных исследователей проведут экскурсии, познакомят с самым современным оборудованием, а также дадут возможность внедрить свои проекты в производство. Анна Клюева, Артем Тумарь, Кубань-24, Краснодар.